приветствую мои друзья и гости канала. И сейчас кто-то скажет: Макс, съешь лимон, ты почему такой радостный? Да я радостный, знаете почему? Во-первых, я первый, кто попал в этот жилой комплекс, потому что официальный старт продаж через 2 дня. Это первая новость. Вторая новость. Блин, я сейчас смотрю на балкон и просто офигеваю. Посмотрите, какой классный закат сейчас будет. Да, все верно. Ну и это не самая приятная новость. Самая приятная новость впереди. Поэтому не переключаемся. Итак, тоже еще один плюс, что здесь по 4 квартиры на каждом этаже. Итак, а вот эта у нас квартира идет размером 52 квадрата. И эта квартира будет, скорее всего, я уверен на 100%, она будет у нас самая популярная. Почему? Потому что цена не такая высокая, и в целом ее можно уже взять. Да? Она стоит 4 139 тысяч с ремонтом. И давайте все-таки посмотрим со входа, что она из себя представляет. Здесь у нас, конечно, будет шикарная гардеробная. Здесь у нас санузел. Вот видите, уже какие будут санузлы. Да, у нас идет такой вот нанотехнологичный. Блин, мне нравится подход застройщика. 100%. Все как в бизнесе. Здесь у нас идет кухня, совмещенная с гостиной. Вот она, да? Давайте с углов вам покажу, чтобы вам было проще. Кухня, совмещенная с гостиной. При желании здесь можно взять и отделить. Получится у нас спальня, будет кухня. И еще одна изолированная спальня, изолированная комната. Сразу говорю, со второго этажа, хотя и третий этаж у нас тоже имеется, просто потрясающий вид. Посмотрите, как выглядит домик, как выгляжу я такой довольный. Посмотрите, закат. Закат просто песня. Там у нас находится жилой комплекс «Амбар». Я сразу говорю, что вот этот жилой комплекс убивает здесь всех конкурентов. Потому что за 70... Секунду. За 78 тысяч рублей за квадратный метр вы получаете у нас квартиру с ремонтом. И при этом вы можете заехать сразу и жить. Вот эта квартира, я считаю, самая лучшая. У нее также есть шикарный балкон, где можно взять и спокойно там поставить какую-то мебель и наслаждаться просто потрясающими видовыми характеристиками. Какой же основной бонус, который вы хотели от меня услышать? А я вам сейчас скажу, да, я скажу, потому что я нервничаю. Я обещал для своих подписчиков ровно неделю назад, меня спрашивали: Макс, какие застройщики дают рассрочку? Ну, я вам если скажу, что здесь можно заплатить 50%, да, это 2 миллиона рублей, да, за эту квартиру, 2 там с небольшим, и получить ее в рассрочку на полгода. И вы мне скажете: Макс, да иди ты, ну, наверное, так вы бы хотели мне сказать, но я думаю, вы у меня культурный, такой же, как и я, вы так скажете, мальчишка, такие варианты дают многие застройщики, ну, пускай там 70%, но здесь 50%. Но от этого легче не становится. Но с другой стороны, прикольно. А вот самая основная фишка. Здесь есть у нас договор с частным юрлицом. И вы можете любую квартиру здесь, либо там, можете взять в ипотеку. Но только не через банк. Если вдруг вы такие же косячные, как и я, если вы взяли и нечаянно выиграли в Росбанке 750 тысяч, которые отсудили, которые вам не хотели неправомерно, и которые сломали вам кредитную историю, а до этого было все хорошо, и у вас нет шанса исправить кредитную историю, или нет шанса взять через этот Сбербанк, ВТБ и тому подобное, вы можете здесь купить любое понравившееся жилье за недорогие деньги. А точнее, вы можете купить за 12% годовых и внести 10% первый взнос. Вот за эту квартирку можно внести 500 тысяч рублей и взять и стать обладателем. Да, конечно, эта квартира будет в залоге, так же как и в банке, она будет в залоге у определенного юрлица, но эта фирма хорошая, порядочная, и как только вы расплачиваетесь, эта квартира становится вашей собственностью. Thank you.
Итак, приветствую вас, ребята, подписчики, гости канала. Давайте я вам покажу все-таки парковку. Многие спрашивали: Макс, покажи нам парковку под жилым комплексом, который называется у нас Радужный. Так вот, здесь у нас на данный момент у нас парковку доводят до ума. И чтобы вы понимали, здесь еще у нас расстояние от парковки до земли еще 4. В общем, я немножко вам наврал. Расстояние получается от земли до первого этажа чуть бы не 15 метров, вы понимаете? Вот такая парковка здесь будет. Хорошая, комфортная, ее заливает. На глазах она у нас растет. И тут давайте мы с вами все-таки возьмем и пройдем, и посмотрим, что здесь происходит. Ну и давайте все-таки посмотрим с вами еще. У нас и квартиру 52 квадратных метра. Куда она смотрит? Здесь у нас на входе гардеробная. Здесь у нас санузел. Да, и вот тут вот у нас, как вы видите, вот сейчас самое главное, из-за чего я хотел вам показать, это толщина стен. Толщина стен в один шлакоблок. Чтобы вы понимали, в один шлакоблок. Можете соизмерить с айфоном. Расстояние довольно-таки неплохое. Дом по-настоящему прочный, по-настоящему качественный. И вот здесь у нас, да, вид хороший, прямой. Давайте я вам все-таки покажу. Жаль, что еще раз уронил у нас телефон. Вот так вот это все у нас выглядит. Вот так вот, да? Чтобы вам было видно. Вид просто супер. Просто камера не может показать всю ту красоту, которую здесь видят люди своими глазками. Коммуникации сделаны все хорошо. Приветствую вас, мои друзья и гости канала. И многие из вас спрашивали про квартиру в Радужном, да? И многие из вас там пытались что-то подколоть или еще что-нибудь. Почему я выбрал? Давайте посмотрим с вами. Жилой комплекс у нас Радужный. Квартира 52 квадратных метра. Квартира у нас находится на первом этаже. Есть большой балкон. С балкона у нас с первого этажа открывается вид на море. Вот он видит кораблики, да. Здесь у нас уже, видите, да, очень много земли привезли, растений привезли, все это облагораживается, фонтанчики, подсветка, в общем, балясины, все красиво, все классно сделано, дом кирпичный, толстый, в общем, дом такой, который и должен быть, а не то, та порнуха, которая у нас называется бизнес-классом, я как-то вам снимал, которая непонятно из чего сделана. Хорошие у нас оконные группы, да. Сделано все у нас оригинально, красиво сделано, высокие потолки. Кстати, квартиры сдаются с ремонтом под ключ, в том числе и санузел, и все остальное. Вот эта квартира 52 квадратных метра. Она мне обошлась, даже не 52, 53 квадрата, она мне обошлась, наверное, вы не поверите, но она мне обошлась в 500 рублей. В 500 рублей. Да-да, ребят, в долбанных 500 рублей. Я внес по договору у нас 500 тысяч рублей. Вот он договор, да, вы, наверное, видите, вот там моя подпись стоит. И здесь же вы видите у нас сумму, общая сумма в договоре, да, денежная сумма в размере 500 тысяч рублей оплачивается покупателем, та-та-та-та-та-та. И вот здесь вы видите у нас сумму квартир. Конечно, нужно быть полным идиотом, просто чтобы подумать, что эта квартира с ремонтом под ключ, с газом, с центральными коммуникациями может стоить 500 тысяч рублей. Ну, нужно реально быть просто идиотом. Да? Квартира стоит 5 миллионов рублей. 500 тысяч рублей я внес первый взнос. И я уже могу брать и заселяться, и жить в этой квартире. 500, еще раз повторюсь, 500 тысяч я внес, и все. Всю остальную сумму мне раскидали внутреннюю ипотеку от застройщика. Мне нужен был только один паспорт. Мне больше никакие не нужны были бумажки, ничего. Только нужен был паспорт. И, соответственно, эта квартира стала моя. Да, я ипотеку здесь взял на 25 лет максимум. Конечно, я не буду 25 лет платить. Так же, как и любой из вас не будет платить 25 лет. Каждый из вас захочет расплатиться, может быть, кто-то продаст свою недвижимость, да, и расплатится за 3 месяца, а кто-то расплатится за полгода, а кто-то, может быть, там через 3 года. Мы все с вами разные.
Но факт то, что это единственный жилой комплекс, где за 500 тысяч рублей 10%, и вы можете взять готовую квартиру под ключ. Кто-то из вас скажет, 12% годовых – это много. А давайте сравним с ипотекой в других банках. Ипотека, она бесплатно не бывает. И через любой другой банк вы заплатите ровно столько же денег. Поэтому, ребят, я могу сделать определенные выводы, что в целом как бы то на то и получается. Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. И давайте наконец-то я покажу, как будет выглядеть у нас квартирка 52 квадратных метра, которую я приобрел в этом жилом комплексе, с которой до сих пор еще бодаемся. Давайте посмотрим. Итак, на входе у нас гардеробная, нормальная гардеробная, в принципе, как я и хотел. Теперь, да, вот здесь мы с вами видим с вами вот такой вот небольшой коридорчик, ребят. И вот здесь мы вот видим такую вот маленькую, прям крохотную ванну. Тоже маленькая, крохотная у нас раковина. Ну и, конечно же, у нас здесь небольшой такой вот унитаз. Ну, жопы у нас небольшие, поэтому, я думаю, нормально будет. Здесь мы с вами видим кухню-гостиную. Это типовой проект. В этом доме в первом уже полностью все есть. Уже люди даже заехали и живут. А мы через домик купили. Что касается этого жилого комплекса, да, своя территория. Вот здесь, в принципе, вот уже розетки стоят и так далее. Это ремонт от застройщики. Кстати, не самый плохой ремонт. Я могу сказать, что да, уже довольно-таки неплохой ремонт. Я сначала хотел, думаю, в своей квартире, которую взял для дочери, возьму, думаю, что-нибудь буду заморачиваться, какие-то другие обои, все. Нет, не буду ничего делать. Ну, вот здесь угол, конечно, кривой получился. Да, небольшой косяк есть. Согласен. Ну, а у кого не бывает косяков? У всех бывает. Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. Ну и что, давайте опять побываем в жилом комплексе «Радужный». Посмотрим, успели до Нового года или не успели. Сегодня 15 число. А это значит, что до конца того времени, когда должно быть все возведено и сдано. Да, кстати, смотрите, появился котел, да, в баксе. Только какой-то прям совсем эконом, да. Появился здесь счетчик, тоже это радует, обещает газ подключить до Нового года. Так давайте все-таки посмотрим с вами данную квартиру. Вот здесь почему-то я не нашел выключатель, да, поэтому давайте попробуем сделаем именно вот так. Ну, да, ванная комната готовая полностью, все здесь как положено, инсталляция, все шикарно, все хорошо сделано, все, здесь не будем касаться. Ну, здесь, само собой, гардеробная. Да, гардеробной мне реально не хватает, поэтому я думаю, что здесь будет прямо она в тему. Кухня-гостиная. Да, хорошая, шикарная кухня-гостиная. Такая, какая их должна быть. Сразу говорю, эта квартира, если что, продается. Да, то на некоторые задают вопросы, а продается ли эта квартира. Да, да, продается. Поэтому, если вдруг будет покупатель, я продам. Не будет покупателя, я не продам. Кому подойдет данный жилой комплекс? Ну, во-первых, кто хочет наслаждаться красивым видом из окон, да, хочет вид на море, кому нужен паркинг на 2 машины, на 3 машины и так далее, без доплат, кому нужно, чтобы вокруг было все так красиво, хорошо, эстетично и так далее. Вот кто любит вот по-настоящему хорошие, качественные дома, которые сделаны, ну, по-настоящему добротно, толстые стены, облицовочный кирпич, в общем, для всех этих людей, конечно же, подойдет. Итак, ребят, приветствую вас. Я отдельно хотел поприветствовать своих хейтеров, особенно те, которые там пытаются меня троллить и так далее. Если бы не вы, ребят, если бы не вы, я бы не забрал бы ключи вот от этих ворот, и не забрал бы ключи вот от парковки и от дома. Потому что как-то не заморачивался, потому что сейчас, знаете, нет свободных денег, чтобы купить мебель, технику и так далее. Ну, реально нет свободных денег. Нужно сначала с кватера до конца рассчитаться, и все. И, в общем, как бы не горит. Но я решил для себя так. В этой квартире в Радужном, да, я, да, конечно, все ее сделаю, обустрою. Но я хочу, как минимум, чтобы домик газифицировали. На данном этапе дом первый полностью газифицирован, а вот наш дом, да, третий, он должен быть подключен прям буквально в течение следующей недели. Продам дешево.
за 7 миллионов. 7 миллионов это будет квартира, кто-то скажет. От застройщика можно купить за 6. Да, от застройщика можно купить за 6, но за 6 миллионов таких квартир уже не осталось. Они в первый же день продаж были забронированы среди своих. В общем, там свои люди подорвались и так далее. Вот эту квартиру, да, вот видите, уже с ремонтом, я продал клиентам с Тольятти. И они теперь стали моими соседями. Тоже возьму у них за образец такие же шторки, наверное, пообщаюсь, чтобы тоже мне организовали. В общем, чувствуется, что здесь есть женская рука. Они такую квартиру у нас взяли. Теперь, что касается... Вот так вот снаружи выглядят домики. Ну, идеально выглядит хорошо. Я бы даже сказал, классно. Вот на втором этаже, там вообще трэш. Тоже купил у меня клиент, если не ошибаюсь, вроде бы из Пятигорска. Да-да, из Пятигорска. И полностью, знаете, весь этот ремонт взяли, они раздолбали. И сейчас, в общем, по новой все делают. И стенку раздолбали. Вячеслав помогает все это раздолбать. В общем, не будем туда заходить, не будем страха. Но факт то, что вот в этом доме уже есть те люди, которые у нас живут. Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. Приехал я в жилой комплекс «Радужный» для того, чтобы показать, что здесь осталось. Я хочу вам показать не только квартиры, но и таунхаус, потому что есть уже на что посмотреть. И давайте посмотрим снаружи, как же у нас выглядит территория. И что же у нас из себя представляет. Итак, понятно, что у нас здесь работают озеленители, осеменители и так далее. Это само собой разумеешься. Здравствуйте. И тут у нас ветерок, конечно. Ладно, прям чуть-чуть прям покажу. Детишки бегают, детки ходят. И вот в этих домиках у нас есть еще часть квартир. По цене я вам скажу, почем они остались. Ну, в общем, вот так вот красиво у нас домики выглядят. Приветствую, мои друзья и гости канала. Давайте еще раз покажу свою квартирку, точнее, квартиру дочери. И зачем я показываю? Потому что, наконец-то, она у меня освободилась. И давайте посмотрим. Сразу говорю, квартир в данном жилом комплексе не осталось. Осталось только 44 квадратных метра. Это перепродажа. Тоже, если нужна будет информация, я с большим удовольствием всю информацию дам. Итак, здесь у нас гардеробная, квартира 52 квадратных метра, сразу говорю, ее я не продаю, ее мы сейчас сдадим. Либо посуточная аренда, либо ну, долгосрочная, не знаю, кому как. Теперь, что касается, здесь все есть, все работает, все как положено. Леха, красавчик, ко мне приезжал, столько туалетной бумаги оставил, как будто, не знаю, там, как будто все, попали с вами в кризис. Тоже мне тазик Лех купил, молодец, спасибо ему огромное. Ну и что из себя представляет квартира? Кухня-гостиная. Тоже, кстати, все есть. Газ работает, все работает. Вот он, да, все работает, как положено. Вся, не знаю, там, вся такая утварь, которая называется у нас ложки, вилки и тому подобное, тоже все имеется. Телевизор, соответственно, Wi-Fi здесь есть у меня. Интернет, в общем, телевизор смарт, все как положено. Как бы большинство из вас телевизоры хуже висят в ваших квартирах, чем у меня в ту квартиру, которую я решил все-таки сдать. Конечно, есть возможность выйти на балкон. Балкон просто супер. Вид бомбический на море, территория. Все супер, все классно. Находимся мы в совхозе Приморский, улица Звездная, 22. Качественно, все есть, окна в пол, в общем, все как вы любите. Ну и, соответственно, здесь же у нас еще есть изолированная спальня. Эта спальня у нас изолированная спальня. Здесь диван раскладывается, специально брал с той целью, если вдруг, например, поставить сюда какой-нибудь столик или еще что-нибудь, чтобы не было такого громоздкого. Хотя спальня тоже, я считаю, что хорошая. Единственное, что не могу до сих пор довести сюда шкаф. Я, кстати, сейчас вспомнил, шкаф сюда привезу, поставлю. В общем, такой вот хороший, интересная комната. Здесь же мы с вами видим французский балкон. И здесь, конечно же, вид на море. Вид на море просто бомба. По итогу 52 квадратных метра. Здесь могут два человека спокойно расположиться, и здесь спокойно могут расположиться два человека. Постельное белье имеется, подушки имеются, все имеется, как бы, в общем, все есть. Как бы просто приехали и живете. Блин, даже холодильник есть. Я гость канала, всем огромнейший привет. И знаете что?
Проехался сегодня посмотреть у застройщиков, что же такого интересного можно предложить на Черную пятницу, что-нибудь со скидочкой, ну, чтобы вы действительно могли купить и почувствовали скидку, почувствовали еще что-нибудь. Ну, по итогу, знаете, все наоборот еще цены подняли, потому что все, как у меня застройщик говорит, Макс говорит, ну, все будут думать, что наоборот это цена со скидками, поэтому мы все цены еще и подняли. В общем, в расстройстве. И потом проезжает, думаю, блин, думаю, может быть, что-то сделать хорошее в своей жизни для вас. Ну, бывает, я бывает, делаю хорошие вещи. И давайте я покажу вам квартиру, которая подходит как раз под параметры Черной пятницы. Итак, паркинг. Да, кто-то уже узнал данный паркинг. Мы с вами находимся в жилом комплексе Радужный. И я вам сейчас покажу квартиру свою, которую я недавно поставил цену 7900, кстати, целую кучу было вопросов. И теперь, конечно, вопрос, да, сколько же стоит? Ну, смотрите, в последний раз я ставил цену 7 900 000, но сейчас, раз уж Черная пятница, раз уж я не могу для вас найти хорошие горячие предложения, которые были бы ниже рынка и так далее, я готов эту квартиру, ну, продать за ближайшие 3 дня за 7300. Здравствуйте, друзья, сейчас покажу вам интересную квартиру. Сразу говорю, эта квартира моя, я ее продаю. Соответственно, вы также можете эту квартиру увидеть, скорее всего, у других риэлторов. Заезжаем мы с вами в парковку, из парковки поднимаемся один этаж. Что касается по территории, над парковкой есть общая площадочка. Сейчас мы на нее с вами выйдем. Видно очень много зелени, всего в данном в жилом комплексе 4 дома, но с кристальными чистыми документами только один, где сейчас я вам покажу. Вот так вот снаружи выглядит квартира, которую я буду вам показывать. Соответственно, у нее раз окно, два окно, три окно и сбоку еще одно, четвертое окно. Дом кирпичный, красивый. Соответственно, статус здесь будет жилое помещение. Это отдельная выписка на дом и отдельная выписка на квартиру, отдельная выписка на дом. Данная квартирка продается всего лишь за 8 500 000 рублей. За 8 500 торга нет от слова совсем, потому что в любом случае это квартира ниже рынка. И вы получаете полностью готовую новую квартиру с мебелью, с техникой, с хорошей аурой, с парковкой, с видом на море, с балконом. В общем, и с идеальными чистыми документами. Вы знаете точно, что покупая данную квартиру, вас никто ее не отберет, не снесет и так далее. Поэтому, ребят, если вдруг кому-то хочется просто кайфовую квартирку с потрясающим видом, я рекомендую присмотреться именно к этой квартире. Сейчас давайте прямо на секундочку я поменяю режим съемки, и вы посмотрите, какой действительно открывается вид. Поставил я линейный режим. Вот как бы почти отображает вот то, что вы сейчас видите, как вы видите, да, как бы море, зелень, ничего не увеличивает, ничего. Вот такой вот просто потрясающий вид. Привет, с вами друзья и гости канала, всем огромнейший привет. Приехал я на один объект, хочу показать вам квартиру, и сразу говорю, квартира моя, я ее собственник. И продаю. Соответственно, здесь вы, конечно, можете уже как угодно оценивать, как угодно можете там писать в комментариях. Здесь уже цену назначаю я. Обычно я снимаю квартиры те или иные, и, соответственно, вам просто делаю обзор. Цену выставляет продавец. Здесь я выступаю в роли продавца, поэтому моя квартира, какую хочу цену, такую и ставлю. Сразу говорю, квартиру продаю дешевле, чем продают мои соседи, примерно на 10%, но при этом все равно я остаюсь в рынке. Нет такого, чтобы там эта квартира была прям совсем ниже рынка. Нет, конечно, ну, потому что, во-первых, мне не горит, это раз, а во-вторых, квартира хорошая, это два. Вполне возможно, конечно же, кто-то скажет, дорого, ребят, ну, если дорого, смотрите в другом варианте, смотрите аналогичные квартиры где-нибудь на Лысой горе, вы там сможете на миллион сэкономить, смотрите где-нибудь в Лазаревском, вы там тоже сможете на миллион дешевле, ну, взять и так далее. Моя цена 8900, хотите покупайте, хотите не покупайте. Знаете, тот случай, когда не горит.
Квартира не продастся в этом месяце, продастся на следующий месяц. Не продастся на следующий месяц, продастся через 2 месяца, через 3 месяца, через 4 месяца. Вообще без разницы. Самое интересное, что пока я продаю квартиру, цена на ту квартиру, которую я присмотрел дочери, она упала процентов на 10. Квартира поднялась примерно на 15-20%. Поэтому мне, вот знаете, я сейчас рассуждаю, как все обычные продавцы в Сочи. Ну ладно, не хочет человек покупать в этом месяце, ради бога. Продадим дороже через 2 месяца, через 3 месяца. Потому что даже если сделать за эту квартиру, например, какую-нибудь супер низкую цену, все равно не будете покупать, потому что люди, у которых есть деньги, они и так купят. А у кого денег нет, он любую цену ставишь, он все равно не сможет приобрести. Поэтому как бы так. Это, еще раз повторюсь, цена квартиры 8900, дешевле вы ее не найдете. Соответственно, если вдруг кто-то там смотрит у меня, коллеги по работе, конкуренты и так далее, ради бога, можем срабатываться на простых обычных условиях. Соответственно, конечно же, в этой цене заложена определенная комиссия. Эту комиссию я дам тому продавцу, кто сможет продать, тому риэлтору. Но при этом я никакую скидку на квартиру для покупателя не делаю. Просто если я продам сам, то просто эту комиссию, которую я должен был отдать риэлтору, оставлю себе. Если продаст кто-нибудь из коллег, ну, значит, эту комиссию получат мои коллеги. Все, все честно, все грамотно. Привет, мои друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. Приехал я в один интересный жилой комплекс и сниму для вас вторичку с ремонтом, с техникой и с мебелью. Теперь по поводу цены. Данная квартира продается за 9 400 000 рублей. 9 400 000 за 53 квадратных метра. Сделка будет проходить, соответственно, через нотариус, так как здесь есть доля земли. По поводу: в квартире никого прописанных нет. Квартира, в принципе, готова полностью к продаже. Кому нужны там выписки с Росреестра и так далее, я вам пришлю в личку. По поводу торга. Торга нет. По поводу ипотеки. Ипотеки нет. По поводу рассрочек. Рассрочки, ребят, тоже нет. По поводу скидок. Скидок нет. Цена 9400. Ни копейки я сбрасывать не буду. Теперь, что касается бонусов для клиентов, для покупателей. Если, соответственно, вы решаетесь купить эту квартиру, то с меня это вам компенсация перелета. Без разницы, вы летите либо с Хабаровска, либо с Москвы. Ну и, конечно, проживание тоже я вам здесь компенсирую. И оформление, потому что через нотариус оформление тоже выходит в копеечку, это тоже за мой счет. Это вот такой вот бонус. В общем, оформление, перелет, проживание, это все с меня. Ну и, конечно же, с меня там вам хорошее настроение. Здесь остается все. Здесь нет такой практики, чтобы там я что-то там убирал, забирал и так далее. Нет, здесь остается все. Все, что вы видите, ложки, вилки, магнитики, все остается. Ничего я отсюда не забираю. Хотя квартира полностью готова к тому, чтобы вы могли приехать и уже полноценно жить. Здесь есть, в принципе, все. И постельное белье новое, свежее. В общем, только заехали и живете. Ну да, еще это тапочки, в принципе, тоже, наверное, подарю. Я мелочи забываю, постоянно приезжаю сюда, думаю, надо купить тапочки. Хотя здесь полы теплые, комфортные, здесь можно спокойно передаться босиком, да, и тепло здесь. Тепло, тепло, еще раз тепло. Вот как бы так. Итак, ребят, 9 400 000. Соответственно, если кто-то там из риэлторов продает, да, продавайте. Вы получите свои комиссионные вознаграждения, как бы само собой разумеешься. Ну, еще раз повторюсь, скидок нет, ничего нет. Есть компенсация за перелет и так далее. Это как бы мое право.